Высокоскоростной интернет и цифровое телевидение в высоком качестве. Один из отечественных интернет-провайдеров предоставляет доступ ко всемирной паутине жителям даже в самых отдаленных уголках страны. По словам гендиректора, открыть такую компанию удалось благодаря выгодным условиям финансирования. Российско-Кыргызский фонд развития, который сегодня помогает начинающим предпринимателям и поддерживает развитие бизнеса в республике. Мы обратили заявку в Российский фонд. Нас долго рассматривали, слава богу, рассмотрели. Российский фонд является участником нашего общества. Они вошли в капитал, профинансировали и в капитал, и дали кредит. Да, мы подали заявку и планируем получить финансирование. Будем стараться его получить. Потому что, собственно, цели у нас едины и политика едина. Я думаю, что у российского фонда и у нас стоит цель развить регионы. РКФР путем льготного кредитования оказывает поддержку предпринимателям. Сегодня, в период экономического кризиса, во многих финансовых институтах наблюдается увеличение ставок по кредитам. РКФР принял стратегическое решение не поднимать проценты. С учетом стабилизации политической ситуации с 1 июля Российско-Кыргызский фонд возобновил выдачу кредитов по программе прямого финансирования. Мы поддерживаем и среднее предпринимательство через коммерческие банки, но и также мелкие предприятия, которые работают в большей степени на региональном уровне. Они, их финансирование осуществляется через микрофинансовые организации. Ставки для таких проектов, они несопоставимы с кредитами микрофинансовых организаций. По нашим продуктам финансирование осуществляется под 14% годовых с льготным периодом в 6 месяцев. И те условия, которые на сегодняшний день предлагает фонд на рынке, они, конечно, существенно лучше и привлекательнее, чем в коммерческих банках при традиционном кредитовании. Поэтому предприниматели очень охотно сотрудничают с нами. Российско-Кыргызский фонд был учрежден в 2014 году, является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Цель фонда заключается в содействии экономическому сотрудничеству между нашей страной и Россией. По мнению экономистов, РКФР способствует модернизации, развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей. Этот фонд был образован после присоединения, да, вот насколько мы знаем, Кыргызстана в ЕАЭС, Евразийский экономический союз с 2015 года. И этот фонд был направлен на именно стимулирование развития экономики Кыргызстана, то есть торгово-экономической сферы, инвестиционной сферы, да вообще вот по всем направлениям. Российский фонд развития уже функционирует уже больше 5 лет уже, да, вот на протяжении и этого периода она себя показывает с положительной стороны. На сегодняшний день фондом профинансировано 2976 проектов на сумму 377 миллионов долларов США. Кроме этого, Росэксимбанк откроет финансовую линию в размере 27 миллионов долларов США для новых совместных кыргызско-российских проектов. Предполагается, что это позволит придать и дополнительный импульс углублению кыргызско-российского сотрудничества. Кунус Кадатаева, Бизат Машрапов, ЛТР, Бишкек.